Примерно 70% корпоративной базы саратовского отделения компании «Мегафон» составляет предприятия малого и среднего бизнеса. Сегодня операторы выбирают все больше клиентов, заинтересованных в быстром и экономичном открытии офиса в новой точке. Обладая самым плотным покрытием в области 98% и надежной инфраструктурой, оператор предлагает своим клиентам весь спектр интернет и голосовых услуг, фиксированную связь, а также качественный сервис и индивидуальный подход. Зачастую при выборе клиентом оператора связи влияние оказывает не только ценовое предложение, которое в настоящий момент примерно сопоставимо у всех операторов, но и такие важные факторы, как качество связи, уровень сервиса и, конечно же, дополнительные услуги, которые позволяют сделать бизнес клиента более эффективным. За 2015 год выручка от дополнительных услуг «Мегафона» выросла на 49%, что свидетельствует об их востребованности и необходимости для клиентов. Недавно одним из корпоративных клиентов «Мегафона» стал предприниматель Максим Никаноров, открывший в начале года отель «Адрес», современный и комфортный, с залом для переговоров, где можно пользоваться компьютерной оргтехникой, а также высокоскоростным широкополосным интернетом на всей территории отеля от компании «Мегафон». «Адрес» — это небольшой отель, в котором мы делаем ставку на индивидуальный подход, уделяя максимум внимания каждому. Я сам пользуюсь услугами от «Мегафона» более 12 лет. Занимаясь другими проектами, мы всегда отдавали предпочтение корпоративной связи от «Мегафона». И, соответственно, вопрос о выборе провайдера для отеля у меня не возникал. Услуги «Мегафона» помогают корпоративным клиентам сосредоточиться на своем бизнесе, а обеспечение связи он берет на себя. Это и есть бизнес по-настоящему.